Ищем резонанс гранат. Вот осциллограф, один виток обмотан. Вот это сигнальный кабель. Вот индуктор 9 метров, граната 37,5 метров. Вот 2,5 миллиметра квадратная. Одножильный провод. А граната многожильная. Вот резонанс какой-то. Вот один цепляем генератор, вот начало провода. Генератор идет. Конец. Второй нигде не подключен. То виток провод обмотан, все. И резонанс проявился на где-то 750 килогерц, по-моему. Одна клетка, одна микросекунда. В одну сторону лучи пропадают. В другую тоже пропадает. Очень странно, теперь эта граната намотана, когда всегда мотается в одну сторону, нет, когда в обратную мотается, всегда в одну. И еще фольга есть, вот провод, ее конец, разрезанная по всей длине. И что интересно, что больше резонансов я не нашел. Вот еще немножко, вот два витка намотал, чтобы ярче он был виден. Только на этой частоте. Раньше у меня был, когда она была с противоположной стороной, был резонанс на 1,6 МГц. Где-то. А теперь такого резонанса я не нахожу. Теперь где-то на 600-700 кГц. Она сразу пропадает. Когда больше витков, он более выражен. Пробую еще больше. Больше тут не влазит, я просто на этот последний слой намотал, потому что если тут напряжение тока, то тут будет напряжение. То есть тут узел тока, если вот тут на первом слое, так тут будет, значит, пучность напряжения, поэтому вот на этих концах и обмотал, а не вот тут вот. Потому что тут ничего можно не увидеть. Нужно тут смотреть, тут намотать. Вот. Тут еще какой-то маленький пробует выскочить, потом резко срывается. Тут этот вот где-то на почти 500 килогерц еще есть резонанс. Ну и можно еще вот заземление добавить на минус и посмотреть, или что-то изменится для. Добавляю немножко, что-то вроде бы меняется. И вот на генератор попробуем. Генератор сигнал пропадает. Вот. Что-то нельзя добавлять. Ну я на минус добавлю. Он добавил на минус. Добавил. Идет. Идет. Там. Ну вот теперь смотрим, тут резонанс проявится.
тут проявляется. А теперь тут, где был на 500 кГц, вроде бы исчез. Ой, тут на гармониках уже пляшет. Так, кручу, кручу, кручу. О. А, нет, и есть тут на 500 кГц. А, нет. Тут на где-то 600 кГц или 750 где-то. Вот. Потому что на микросекунду одна клетка тут... Получается, на клетке это мегагерц. Тут я не знаю, как это считать. Две клетки это 500 кГц или как. Ну, где-то 700-600 кГц, по-моему. Может, не совсем правильно посчитал. Кто разбирается, тот посчитает. Дальше кручу. И дальше ничего явно не вылазит. Уже за 2 мегагерца закрутил. Уже 3 мегагерца. Ничего нет. 1. 4 мегагерца. Все, больше не крутится. Может, поставлю 12 вольт стабилизатор, тогда можно будет выше докрутить. Пока назад покручу. Вот тут какие-то колебания вроде бы есть. Но очень слабо. На какой-то частоте. Может, тут был резонанс, какой-то очень слабый, что его трудно, ну, уловить. А вот этот очень ярко ловит, сразу как амплитуда вырос.
где-то 700 килогерц. Сколько тут клеток влазит? Должно быть 7 пик влазит. Тогда будет 700. Да, где-то 7 с немножко, вроде бы. Вот это от пики до пики такие влазит. Значит, где-то 720 или сколько там? 750. Больше ниже уже ничего не будет. Вот это на гармонике только является резонанс. Тот самый. Оказывается, и так 12 вольт стоит этот стабилизатор напряжения, если только его вообще убрать, тогда можно 14 вольт напитать, потому что мы это вот питание 14 вольт, и там смогу немножко частоту повысить. Они самые яркие и все. Тут, правда, какой-то резонанс, как я вот эту частоту только высчитать. Виден. Где-то 2 мегагерца, по-моему, такой приблизительно. Тут еще какой-то. Это такие звон виден на высокой частоте колебания. Это может вот этот колеблется индуктор. Тут что-то на резонанс похоже. Вот он где-то 1,6 мега, 14 вольт прямо. Да, красиво. Здесь она не сгорит. Вот теперь самое высокое число. Одна клетка будет 10 мегагерц настрой. Тут где-то 7 мегагерц.
Вот, никаких явных резонансов не заметилось. Только этот самый на 700. Вот тут возле индуктора обмотано теперь. И подцеплен индуктора конец на генератор. И вот даже не надо ничего крутить. Вот идет стук, и потом идет звон не сильный. Звон где-то можно посчитать, на какой частоте одна клетка. Где-то на 3-4 мегагерца, по-моему.